Я, Шилов Александр, являюсь художественным руководителем Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александр Шилов. Это полное название галереи. Она была основана, чем я очень горжусь, в 1996 году постановлением Государственной Думы. Единогласно все фракции, независимо от принадлежности, проголосовали единогласно за создание Государственной картины галереи и дали мое имя, потому что здесь мои картины, и, исходя из того, что так в постановлении сказано, что мое искусство способствует духовному воспитанию народа, что оно признано людьми и почитаемо. Искали здание в центре города, мэрия их, вот это вот здание, отреставрировала и передала их не мне лично, как писали недобросовестные некоторые средства массовой информации, а передали их не в мою личную пользу, а это осталось в собственности эти здания Москвы, так же, как и теперь является собственностью России, города Москвы, вообще всего нашего Отечества, все, что я дарю стране. А на сегодняшний день в этой галерее, работы, которые я подарил, а количество их уже превышает 1300 работ живописи и графики. Мы гордимся еще тем, наша галерея, весь коллектив, и я лично, конечно, в первую очередь, что, несмотря на свою великую занятость, нашу галерею дважды посещал президент нашей страны, я считаю, он величайший патриот, Владимир Владимирович Путин. И вот, когда он второй раз здесь был, то попросил и предложил мне работы, посвященные участникам войны, с этой выставкой проехаться по городам-героям и боевой славы. И мы уже за то время, с того дня, как он предложил, прошло 5 лет, мы посетили уже 19 городов, в том числе и Севастополь, и Волгоград дважды, и так далее. Везде ветераны войны встречаются со слезами на глазах и с благодарностью президента, что он сделал такой проект. Мы, конечно, это будем продолжать, хотя возить по городу картины, по стране, вернее, это не так все просто. Ну, в этом зале, на втором этаже, где мы находимся, это один из наших таких больших и главных залов. И находится он, как еще два других зала, над нами на третьем этаже, под нами там только зал графики, там выставлены только карандашные рисунки. Здесь у нас тоже выставлены рабочие, простые, священнослужители, независимо от, как вам сказать, от чина церковного. Дорога мне очень картина «Вдвоем», там бедный, одинокий скрипач сидит со своим собаком. Это единственное живое существо, с кем он остался на этом свете. И он рассказал такую интересную притчу. Он пришел навестить своего сына на Ваганьское кладбище, зашел в церковь, которая там есть, и стал молиться, говорит, как тяжело быть одному. Выхожу, говорит, из церкви, и бежит собачка, дворняжка. Подбежал к моей сумке, я сумку открыл, она села, вот я говорю, у меня даже мурашки по лицу идут. Села, я ее понес домой, и так я ее назвал дружком, так мы вдвоем и живем. Вот такая печаль. Здесь есть портрет бомжа, который по существу своему, по образованию далеко не бомж. Просто не смог в 90-е годы, как вам сказать, подружиться, найти общий язык с новой экономической системой и так далее. Таких людей тогда было много. И, как вам сказать, несмотря на то, что у него образование было хорошее, все, он, в общем-то, в жизни получилось так, что стал бедным и обездоленным. Есть натюрморты, посвященные церкви, есть монашки, есть, вот я недавно написал портрет главу Старобрядческой церкви, митрополита Корнилия. Недавно Путин посещал его резиденцию на Рогожской заставе. Вот. Затем здесь есть портрет моей дочери, тоже мне очень дорог. Здесь есть портрет моей бабушки, моей мамы. Эти все портреты – это вехи моей жизни, потому что сейчас их нет. Я им очень-очень благодарен. Каждый раз, когда прохожу по галерее, в общем-то, все вспоминается очень остро. Принцип такой развески картин. Ну, вот идет человек по улице. Один идет старый, никому не нужный, одинокий. Тут же какой-нибудь парень или девушка бегут веселым. Все это его судьба безразлична. Понимаете, то есть это срез общества в известной степени. И по этому же принципу, в общем-то, увешаны все мои залы моими работами.
Сейчас мы находимся в зале, зал боевой славы. Здесь выставлены картины, связанные с настоящими героями Отечества, героями войны, которые независимо от профессии все воевали. Здесь представлены и разведчики, и контрразведчики. И я хочу сказать, раз я начал свой рассказ, свое повествование с этих людей, великих, я перед ними преклоняюсь, я хочу и обязан сказать свое величайшее спасибо директору СВР, несколько лет назад был Лебедев, генерал-адмирал Сергей Николаевич, величайший патриот нашего Отечества. Вот. И я ему благодарен за то, что он меня, по моей просьбе, я его обратился к нему и сказал: Сергей Николаевич, вы знаете, давно так хочется написать разведчика, если, конечно, это возможно. Я имел в виду, это связано с их засекреченностью. Он говорит: предложение неожиданное, мы подумаем. Через несколько дней он меня познакомил с выдающимся разведчиком, героем Советского Союза, Георгом Андреевичем Вартаняном. Потом я написал Блейка, который тоже здесь, ему сейчас около 100 лет, тоже очень много сделал для нашего государства в смысле победы над фашизмом. Филби, который передал более 1000 документов сверхсекретных и необыкновенно важных. И то, что можно, они мне рассказывали, то, что рассекречено уже. Я могу сказать только одно, что я просто преклоняюсь перед этими величайшими патриотами нашего Отечества, потому что они живут и до сих пор. То, что вот мы даже сейчас с вами здесь находимся, мы обязаны и разведке, и контрразведке. Просто это не разглашается. Вот. А сейчас я стою, сзади меня портрет монахини матушки Андрианы, которая в 19 лет пошла добровольцем на фронт, попала в армию Рокоссовского, а Рокоссовскому доложили, что она в совершенстве знает немецкий язык. Он ее вызвал к себе, это я рассказываю то, что она мне говорила в свое время. Вот. И спросила, хочешь ли пройти курсы разведчицы? Она говорит, с удовольствием. Она говорит, Рокоссовского все так любили, что вообще ни в чем его нельзя было отказать. Любой его приказ был священный для его подчиненных. Вот. Ее после прохождения этих курсов разведчицы стали бросать за линию фронта, она занималась, учитывая, что она знает немецкий язык, прослушкой. И вот она такой случай рассказала, он не раз в прессе звучал. На рассвете, когда она исполнила задание, все прослушал то, что и надо, записала, и, говорит, стала вставать, и сзади получаю сильный удар в спину. Я упала, переворачиваюсь, смотрю, сзади меня стоит с автоматом громадный немец. Я, говорит, потянул за пистолетом, понимая, что теперь меня ждет пытки в гестапо и так далее. Я, говорит, потянул за пистолет, он у меня его выхватил. Потом, говорит, посмотрел на меня пристально и говорит, вставай и уходи, я, говорит, с девчонками не воюю. Она говорит, естественно, я в это поверить не могла, что он меня отпускает так добровольно, тем более разведчицу. И я, говорит, сгорбившись, пошла к лесу, где меня, говорит, ожидали наши солдаты, чтобы переправить через линию фронта. Вот. И вдруг он меня кликнул, и у меня, говорит, все внутри похолодело. Я думал, сейчас он меня застрелит. Он говорит, забери пистолет, иначе тебя, твое же руководство, за это очень серьезно накажет. Что вернул без табельного оружия. Он отдал ей пистолет, и она ушла. А когда закончилась война, она говорит, я в Берлине обошла все лагеря, где военных пленных задержали, иностранцев в том числе, в первую очередь, чтобы его поблагодарить за то, что он меня спас жизнь, но не нашла. После войны работала вместе с Королевым по космосу, а уже в преклонные годы подруга ее уговорила уйти в монастырь, потому что за ней некому было ухаживать, детей не было. Хотя она в молодости была замужем. Она осталась одна и больная, разбитая, с больным сердцем. Она ушла в Пюхтицкое подворье. Это находится на Кузнецком мосту, недалеко от метро, напротив Рождественского монастыря. И мой старший товарищ меня к ней привел. И я ей предложил писать портрет, вот эту картину жанровую. Она с удовольствием согласилась. И мы с ней подружились. Потом здесь вот я рассказал про Вартаняна, начал рассказывать. Действительно, выдающийся герой, он и его жена. Куар недавно ушла из жизни.
47 лет были нелегалами. Одним указом получили он Герой Советского Союза, а она Орден Боевого Красного Знамени. В свое время, всем известно, на весь мир была такая Тегеранская конференция, на которой должны были собраться Черчилль, Сталин и Рузвельт. И вести, конечно, переговоры о дальнейшей судьбе заканчивающейся войны и ее результатов, о разделе мира и так далее. То есть конференция была необыкновенно важная, об открытии Второго фронта. И наше руководство разведки узнали о том, что Гитлер выслал отряд сверхсекретный для того, чтобы уничтожить эту тройку знаменитую. И если бы это бы ему удалось, неизвестно, чем бы кончилась война. Все-таки, как ни говори, какой бы народ храбрый не был, большая роль отводится, если не главная, лидером. Вот. И тогда Вартаняну, который в этот момент находился как наш разведчик, и у него отец, он потомный разведчик, он знал несколько языков, 5 или 6, обратились к нему, хотя ему еще было всего 20 с небольшим. Они создали свой отряд, вычислили сверхсекретный немецкий отряд, и результат вам известен, они спасли жизнь Рузвельту, Сталину, Черчиллю, они, можно сказать, спасли ту катастрофу, которая могла бы состояться. Мне дорога очень вот эта работа. В 19 лет, защищая Псков, он был пулеметчиком. Он потерял 2 ноги от ранений жутких. Но не спился, не ходил по электричкам, хотя я никого не осуждаю за это. Все можно понять и объяснить, и сочувствовать. Он поступил на завод «Москабель». На женщине-инвалидке женился, у них родился сын. И на этом заводе он проработал 40 лет. И что меня трогает до глубины души, до отчаяния, я бы так сказал, что вот представляете, такой великий человек защищал Родину 3 ордена Отечественной войны, это просто так их не дают, рядовому тем более. Он жил на 5-м этаже без лифта в Хрущевке. И вот на этой тележке, с этими деревянными утюгами, как их называли, держась за перила, он каждый раз поднимался на 5-й этаж и спускался. Это же ужас. И я помню, представил среди других работ. И когда, я помню, приехал все Политбюро во главе с Горбачевым на эту выставку в Манеже, всесоюзную, я им рассказал об этом. И он получил однокомнатную квартиру на 1-м этаже. Он был так рад. Здесь представлены блокадницы Ленинграда, и партизан особого назначения, Френкель, Бондарчук, Виктор Розов, все известные люди, Евгений Семенович Матвеев. Здесь представлены солдатские матери, которые потеряли на войне сыновей и мужей, и жмутся друг к другу в деревне, в Калужской области, писал Попова, Герой Советского Союза. Легендарное летчество совершило 852 боевых вылета. Ну, то есть самые-самые разные люди. Ну, а все вы знаете, я секрета не открою большого, что еще с античных времен, да вообще с времен тех, когда государства только начали образовываться, что самым священным долгом для мужчин считалось защищать Отечество. Сейчас мы находимся в 214-м зале, где выставлены работы, которые я ко дню города, часть работ, передал опять нашей Отечестве Москву. Здесь представлены самые разные работы. Вот и «Пожилая там пара», «Святым огнем любви согреты», так я назвал эту картину. Там изображен старый скрипач, и жена склонилась над его головой. И здесь не нужно слов, они так смотрят друг на друга и, можно сказать, в свою жизнь, в себя. А вся их жизнь была полна, конечно, разных событий. Безоблачной жизни ни у кого не бывает, тем более, если жизнь она долгая. И они все пронесли через свое сердце, через душу, а главное, сохранили чувство нежной любви, взаимопонимания друг к другу. Это явление очень редкое, но тема для меня такая очень тонкая, нервная.
Я это чувствую. Мне давно хотелось сделать эту тему, я ее выразил. Вот сбоку от меня находится картина, называется «Счастье». Я ее тоже не так давно сделал. И вот эта вот картина «Священное материнство», к ней обращались многие мастера прошлого. Эта тема неисчерпаема. Передать как мать. Пусть она внешне некрасивая, по чертам лица, но если она родила и склоняется над ребенком, вот этот момент, она действительно становится Мадонна, потому что есть еще одухотворенность, самое главное, которое идет изнутри. Вот это чувство передать светлой, святой, очень тяжело. А второй персонаж, ее бабушка, она уже не так светло смотрит на ребенка, появившегося. Она понимает, что жизнь, которую она сама прожила, полна всяких неожиданностей, и горя, и счастья, и всего. И она смотрит со скептизмом на ребенка и пытается предугадать. Она не может открытой грудью радоваться, потому что она знает, что в жизни много горя и несчастья. Картина исполнена в сложнейшей старинной технике, которая уже не менее 600 лет. Техника называется пастель. Сложно еще почему? Здесь кистей нет. Мелки, примерно сантиметров 6-7 в длину и сантиметр в диаметре, наносятся на поверхность будущей картины, и при помощи пальцев я скрываю следы этого мела, как это делали старые мастера, по крайней мере, я стараюсь идти по этому пути, такие знаменитые мастера пастели, как Розальба Карьера, или вот знаменитая шоколадница, сделала Леотаром и так далее. Когда смотришь, знаете, хочется на колени упасть перед этими мастерами, чтобы только быть их учеником. Но, к сожалению, это все оборвалось, передача эстафеты от учителя к ученику. И поэтому, я помню эту коробку пастели, увидев мои работы, сделанные цветными карандашами, увидел, я считаю, великий мастер советского и нашего периода, Локтионов Александр Иванович, подарил мне французскую пастель. И с той поры я начал пробовать работать, он говорит, у тебя получится, но не спеши. И вот задача превратить мел в материальную живопись, чтобы это была, если я обнаженную пишу, которую тоже в этом зале представлена, прошу ее показать, одна из новых моих работ, передать тело, дерево, фактуру змеи, там, да еще ворона, который рядом с ней сидит, картина называется «Ревнивый ворон», чтобы этот мел, его не видно было. Вообще кухни художника не должно быть видно, должен быть только результат. И только тогда художник имеет право, когда он сам себе скажет, больше я лучше сделать не могу, выдохся весь, только тогда ставить подпись, потому что я, когда и другие художники подписываются под картиной, это обозначает, я расписываюсь в том, что я могу на сегодняшний момент и что я не могу. Искусство, я еще раз говорю, как говорил Леонардо да Винчи, скажем словами неоспоримого авторитета эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи сказал, чем ближе художник в своей работе подошел к природе, независимо от того, что он пишет, пейзаж, натюрморт, человека, тем его искуснее произведение, и тем оно дольше живет. Искусство, говорил он, от слова «искушать зрителя». Я помню, мне мама первый раз привела в Третьяковскую галерею, я как увидел работу Кипренского, Левицкого, Брюлова, я думаю, это человеческая рука сотворила или Бог творил. Говорить красиво можно, это не так сложно, как картину написать, а художник-то, в общем, любой творческий человек – это состояние души. И картины художника говорят о нем больше, чем слова. Должны говорить. По ним и нужно судить, потому что художник не тот, кто рисует. Художник – это состояние души. И по ним надо судить, что у художника внутри. И это сразу видно. В одном случае, если художник обладает мастерством, только тогда можно говорить о том, что художник. Потому что в основе любого музыканта или художника или скульптора лежит профессионализм высокий, мастерство, при помощи которого художник должен воплотить свои мысли. Если мастерства нет, я ничего не сделаю. Мне останется только мазать хвостом обезьяньем по холсту и говорить, что это мое новое слово, пытаясь завуалировать мое неумение, ну и так далее, все негативы. Вот. Я что хочу сказать? От всего сердца хочу пригласить зрителей, пусть приходят и на концерты, и посмотреть мое новое собрание, которое я от всего сердца подарил людям. Я для этого, в общем-то, и живу.